Здравствуйте! Вы на канале Аздару. В эфире программа Итоги недели Центральной Азии. В студии Елена Мищенко и в этом выпуске мы расскажем. В Душенбе выстроились многочасовые очереди за билетами в Россию, но они не всем по карману. Сезон обла в Таджикистане открыт. Силовики не щадят даже студентов и магистров. Общество Кыргызстана взбудоражено похищением и убийством молодой девушки. Генпрокуратура Узбекистана объявила в розыск двух корреспондентов издания «Эффект Уз». Казахстанский политзаключенный Асет Абишев порезал себе вены в знак протеста. В Туркменистане для празднования Дня здоровья с бюджетников требуют деньги на велосипеды и спортивную форму. У представительства уральских авиалиний в Душанбе начали выстраиваться очереди после того, как стало известно о рейсах авиакомпании в семь городов России. Однако вскоре желающие вылететь в Россию поняли, что покупать билеты за более чем тысячи долларов им не по карману. Стоимость авиабилетов от 10 до 12 тысяч самани, а это почти годичная средняя зарплата в условиях Таджикистана. Таджикские мигранты почти год ждали возобновления регулярного авиасообщения между Таджикистаном и Россией. Год назад из-за пандемии коронавируса Россия прекратила регулярные авиасообщения с другими странами. Исключения составили грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие перелеты. Осуществлялись также чартерные рейсы в Таджикистан. Российские власти с 1 апреля возобновили регулярное авиасообщения с несколькими странами, в том числе и с Таджикистаном. Сначала говорили, что будет рейс один раз в неделю по маршруту Москва-Душанбе-Москва. Спустя некоторое время стало известно, что рейсы будут выполняться таджикской авиакомпанией Somon Air по вторникам, а российским Ютейром по пятницам. 4 апреля самолет Сомон Air выполнил первый регулярный рейс. На борту было 184 пассажира. Однако первый рейсовой компании Ютейр, запланированный на 3 апреля, был отложен до 9 апреля. В начале этой недели стало известно, что авиакомпания Уральской авиалинии получила разрешение выполнять регулярные рейсы из Таджикистана в 7 городов России – Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Самару, Екатеринбург, Казань и Уфу. Однако цель Цены на авиабилеты оказались заоблачными. Почему в системе бронирования билетов появились такие цены на рейсы уральских авиалиний, в авиакомпании разъяснить отказались. Об этом пишет радио ОЗОДИ. Один из сотрудников уральских авиалиний на условиях анонимности сообщил изданию, что рейсы из Таджикистана в 7 городов Российской Федерации чартерные, поэтому цены на авиабилеты высокие. Ранее Агентство гражданской авиации Таджикистана сообщило, что совершать регулярные рейсы могут только авиакомпании Somon и Ютейр. Минимальная стоимость авиабилетов из Душанбе в Москву определена в размере 349 долларов долларов. Однако некоторые пользователи соцсетей утверждают, что авиабилеты продаются по завышенным ценам. Руководство агентства гражданской авиации Таджикистана 5 апреля сообщило, что знает об этой проблеме и обсудило ее на экстренном заседании с участием представителей Государственного комитета национальной безопасности, транспортной прокуратуры, представителей авиакомпаний, агентства воздушных сообщений и других ведомств. На заседании, которое прошло при закрытых дверях, агентство гражданской авиации потребовала не продавать авиабилеты по завышенным ценам, а представители авиакомпаний и авиаказ агентства воздушных сообщений получили строгое предупреждение. В Таджикистане на прошлой неделе начался весенний призыв. И как и в предыдущие годы, на улицах снова начались облавы на молодых людей призывного возраста. Но в этот раз власти пошли иным путем и силой забрали в армию 10 магистрантов Института искусств. Издание в «Настоящее время Азия» со ссылкой на родителей магистрантов сообщило, что их сыновья на время учебы были освобождены от службы в армии согласно закону о воинской службе. Но, несмотря на это, десятерых студентов Института искусств. Собрали в актовом зале, пообещав, что им сообщат что-то важное, а затем объявили, что они все должны записаться добровольцами в армию, после чего их увезли в военкомат. Во время каждого воинского призыва в Таджикистане в интернете появляются десятки видеороликов, на которых молодых людей ловят на улицах, затаскивают в автомобили и увозят в неизвестном направлении. Но случаи со студентами беспрецедентные даже по этим меркам. Еще ни разу студентов для отправки в армию не собирали под предлогом университетского собрания. В Минобороны страны отрицают существование спецрейдов на призывников и говорят, что в подобных методах нет нужды. В стране достаточно добровольцев, которые хотят служить. Также в оборонном ведомстве подтвердили, что учащиеся вузов служить во время обучения не обязаны. Между тем, 1 апреля в Таджикистане вступил в силу новый закон о воинской службе, согласно которому каждый желающий может откупиться от армии, пройдя платный месячный курс резервиста. Но в Минобороны страны сообщили, что точная Сумма откупных пока не определена. В Кыргызстане произошла очередная трагическая история с похищением девушки, которую впоследствии нашли убитой. Жертвой насилия оказалась 27-летняя Айзада Канадбекова. О ее похищении местные СМИ сообщили 7 апреля. По их информации, девушка была похищена утром 5 апреля в Бишкеке. Момент похищения попал на камеры видеонаблюдения, где четко видны данные машины. Позже заявлением в милицию обратилась и мать девушки. Правоохранительным органам не удалось найти девушку по горячим следам. Ее тело было найдено только 7 апреля в селе Чуйской области местным чабаном. По данным Главного управления внутренних дел Бишкека, погибшая была задушена, а мужчина, тело которого обнаружили рядом с ней в машине, нанес себе ножевые ранения в область шеи, из-за чего и скончался. Этот мужчина и похищенная девушка ранее были знакомы на протяжении около четырех месяцев. Он приезжал к ней на встречи. В официальном релизе МВД отмечается, что со слов свидетелей этот гражданин очень часто говорил о девушке своим знакомым, что планировал жениться на ней. Полные имена погибших официально не раскрываются, хотя их личности установлены. Похищение и убийство девушки вызвало большой резонанс в кыргызстанском обществе, где до сих пор некоторые прибегают к традиции похищения Невест. В социальных сетях родственники и знакомые погибшей говорят, что просили молодого человека оставить ее в покое и не беспокоить больше. Интернет-пользователи также задаются вопросом о действиях сотрудников правоохранительных органов, которым сразу сообщили о случившемся. Возмущенные бездействием милиции вышли на митинг к зданию МВД. Пришедшие на встречу несколько сотен граждан, активистов, блогеров и журналистов высказались по поводу резонансного убийства Айзады Канадбековой. В частности, собравшиеся скандировали «Позор! Отставка! Министру уходи!», требуя отставки главы МВД Улана Неазбекова. Далее митингующие направились к Дому правительства. Там они также требовали найти и привлечь к ответственности виновных в похищении и убийстве девушки. Потому что вот этот митинг, который вчера произошел возле здания МВД, он был анонсирован не как какой-то единовременный митинг, а как регулярный то есть люди будут выходить на улицы каждую неделю по четвергам, пока они не добьются отставки министра. Но я хочу сказать, что милиция она не чувствует себя виноватой. То есть они говорят, что они сделали все, что могли, что им помешала бюрократия при поиске азиаты, что, в принципе, они звонили, и она даже сказала, что она сама разберется и так далее. Кроме того, журналисты уже несколько раз публиковали сообщения о найденных тесных связях между текущим министром внутренних дел и президентом Депаровым. Поэтому лично я в какую-то потенциальную отставку министра не верю. По делу об убийстве высказался на своей странице и президент Кыргызстана Садыр Жапаров, обещавший взять дело под личный контроль. Похищение и принуждение к браку против воли должны строго караться по закону и не должна быть прощения тем, кто способствует похищению и насильственному удержанию людей. Особо скажу работу МВД, закон и порядок в нашем обществе должны быть превыше всего. И никому не стоит забывать об этом. Трагический случай с Айзадой Канадбековой, с которой также стоко расправился похититель, должен стать последним в истории краж невест. В современном обществе такое не должно быть допустимым. Наказание за такие преступные деяния должны нести все. Случай с Айсбергенбеком берут под свой личный контроль. Это дело должно быть доведено до конца. Наказание будет неотвратимо. Напомню, что 27 мая 2018 года в здании Жайылского РОВД Шуйской области была убита 20-летняя студентка медицинского колледжа Бурулай Турдаалы Кызы. В убийстве девушки обвинили Марса Бодошева, который похитил ее, чтобы жениться на ней. Смертельно ранив ее ножом в приемном отделении милиции, он позже нанес ранение и себе. Похитителя в итоге приговорили к 20 годам лишения свободы в колонии усиленного режима и конфискации имущества. Его друг Акмат Саитов приговорен к семи годам тюрьмы. По данным ООН, в Кыргызстане каждая седьмая девушка до 24 лет вышла замуж по принуждению. Заявлением о похищении невест за последние пять лет обратились около тысячи человек и в большинстве случаев уголовные дела не возбуждались. В некоторых регионах страны до 40% мужчин не видят ничего плохого в краже невест. Абсолютно неадекватная нашему времени романтизация вот этого похищения, когда похищение женщины воспринимается не как грубейшее нарушение ее прав или покушение на ее свободу, а как нечто такое романтичное: вау, тебя украли, замуж, классно. И действительно, такие сообщения транслируют не только общество, но и сама милиция. Если мы посмотрим, например, комментарии под, в социальных сетях под новостями о похищении Айзады, огромное количество комментариев было о том, что такого толка, что не выпендривайся, выходи замуж, ты уже стареешь, тебе уже 27 лет и так далее. И по факту милиция транслировала точно такое же сообщение, потому что, по словам мамы Айзады, когда она позвонила следователю, чтобы узнать, как проходят поиски ее дочери, он ей сказал: Ну вот, что вы переживаете, ждите сватов, скоро с вами будете играть. Поэтому, когда мы слышим такие сообщения именно со стороны самой милиции, наверное, думать о том, что они будут как-то качественно проводить следственные все эти мероприятия, ну, не приходится. Причем при этом сама милиция, она заявляет, что большинство вот этих уголовных дел, которые они заводят, потом выясняется, что они все были инсценированы парами, и все они счастливо оканчиваются свадьбой и так далее. Я лично в это совсем с трудом верю, потому что мы знаем очень много случаев, когда женщина вынуждена была смириться со своей участью, под давлением родственников, под давлением того насилия, которое с ней, которое с ней а, произошло, и под давлением вообще, в принципе, каких-то социогендерных норм, которые нам навязывают. Согласно новому уголовному кодексу, вступившему в силу с 2019 года, в Кыргызстане ужесточено наказание за похищение девушки с целью вступления с нею в брак. Срок лишения свободы за такое преступление составляет теперь от 5 до 10 лет. А если девушка к тому моменту еще не достигла совершеннолетия, то похитителям также грозит штраф в размере 200 тысяч сомов. В Узбекистане разыскивают двух корреспондентов информационного агентства «Эффект УЗ» и еще одну женщину. 6 апреля Генпрокуратура распространила официальное заявление, в котором сообщается, что в январе этого года «Эффект УЗ» разместил видео, на котором сотрудники сайта ворвались в кабинет председателя Термесского районного суда по уголовным делам. Журналисты потребовали участия в судебном процессе и фиксации его на видео. Высший судейский совет направил в Генеральную прокуратуру ходатайство о правовой оценке видео. В сообщении ведомства говорится, что по результатам расследования, проведенного прокуратурой Термесского района Сурхандаринской области, прокуратурой этой же области возбуждено уголовное дело по статьям 236 и 219 Уголовного кодекса. В Генпрокуратуре сообщили, что следователи вызывали несколько раз двух репортеров «Эффект УЗ» и еще одну женщину на допрос в связи с уголовным делом, но они ни разу не явились. Соответственно, в ходе расследования двум лицам было заочно предъявлено обвинение по статьям 219 «Сопротивление представителю власти или лицу, выполняющему гражданский долг» и 236 «Мешательство в расследовании или в разрешении судебных дел». В отношении них суд заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Женщине заочно предъявлено обвинение по статьям о клевете и оскорблению. Ее также объявили в розыск и заочно избрали меру пресечения в виде расписки о надлежащем поведении. Правозащитница Бахаджан Торигожина вечером в среду на своей странице в Facebook сообщила, что осужденный гражданский активист Асид Абишев, внесенный в список политических заключенных, порезал в себе вены в знак протеста против предполагаемого незаконного обыска. Инцидент произошел 7 апреля. По словам Торигожиной, в медсанчасти Абишеву не оказали должного лечения и не обеспечили его необходимыми лекарствами. Вскоре после оказания первой медицинской помощи его поместили в штрафной изолятор. В своем посте правозащитница призвала уполномоченного по правам человека в Казахстане немедленно посетить Асета Абишева. По словам родственников, Асет Абишев ранее сообщил, что он был избит при вводе войск в тюрьму и что в колонии проходил обыск. В апреле 2019 года осужденный активист Асета Абишев, как сообщали его сторонники и адвокат, был избит, когда в тюрьму были введены войска. Попытки адвоката добиться возбуждения уголовного дела по этому факту не увенчались успехом. Прокуратура тогда отвергла факт избиения заключенного Абишева, хотя подтвердила, что ему понадобилась медицинская помощь. В Департаменте уголовно-исполнительной системы по Алматинской области тогда заявили, что это не ввод войск, а плановые обысковые мероприятия. Казахстанские правозащитные организации признают Асета Абишева политическим заключенным. Осужденный на 4 года активист ранее неоднократно пытался добиться освобождения из тюрьмы, администрация которой, по мнению ряда правозащитников, предвзято относится к нему из-за его политического бэкграунда и его защиты прав заключенных. Активист Асет Абишев был задержан в Алматы 5 июля 2018 года по подозрению в финансировании преступной организации и участии в деятельности запрещенной организации «Движение в демократический выбор Казахстана», которое создано проживающим за рубежом оппозиционным политиком Мухтаром Аблязовым. Движение запрещено казахстанским судом как экстремистская организация, но в резолюции Европарламента признано мирным оппозиционным объединением. 30 ноября 2018 года Асет Абишев был приговорен к четырехлетнему тюремному сроку. Казахстанские власти отрицают существование политзаключенных в стране и отвергают обвинения в преследовании инакомыслящих и несогласных. Вот эти политзаключенные после освобождения и во время того, как они находятся в местах решения свободы, либо когда они осуждены не к связанному с решением свободы наказания, они еще включаются в так называемый перечень лиц, финансирующих экстремизм и терроризм. И этот перечень, по, по примеру российского, совершенно жуткая штука, потому что она практически вас исключает из каких-либо возможностей пользоваться своими собственными финансами. То есть, хотя никакого терроризма они не финансировали, во-первых, во-вторых, никакого экстремизма они тоже не финансировали, в-третьих, это чисто формально. По любой статье, которая в уголовном кодексе отнесена в понятийном аппарате как экстремистская или террористическая, человек попадает в вот этот список. Список ведет Министерство финансов. И оно, соответственно, контролирует все банки, банки второго уровня по отношению к этим людям. Эти люди не имеют возможности даже страховку оформить, они не могут даже выписать доверенность у нотариуса, потому что у них заблокированы так называемые индивидуальные идентификационные номера, которые позволяют как-то с государством коммуницировать. Они не могут получать со своего счета больше определенной суммы денег на члена семьи, это меньше 100 долларов. И они, то есть это просто вообще жуть совершенная. И самое главное, что она из экстремистов и террористов загоняет их еще больше в угол. И последняя составляющая – это, конечно, как с ними обращаются в местах лишения свободы. То есть обычно, конечно, политических, особенно которым привлечено внимание, ну, так же, как в России, э, то есть все-таки стараются, ну, относительно не прессовать, строго говорить. То есть как-то более-менее так вот просто следить, чтобы не было большого шума. Но в каких-то случаях, особенно когда человек э, качает права, там, или каким-то образом пытается что-то делать то ситуация достаточно сложная. Что и как их можно защитить? Ну, никаких других средств, как наша правозащитная организация говорит, кроме политической, правовой информационной, у нас нет. Правовая самая, извините за выражение, бесполезная, потому что жаловаться, обращаться в суды, которые зачастую все это не признают, обращаться в Министерство внутренних дел о том, что нарушается его права в свободы, почти тоже бесполезно и так далее. То есть Поднимать за рубежом шум, в том числе и в виде той самой резолюции Европейского парламента от 11 февраля, либо привлекать внимание любыми средствами, какие-то заявления. Вот. Но э, никакой гарантии безопасности и соблюдения прав это не дают. В Фарабском районе Лебабской области власти требуют у бюджетных работников купить новые велосипеды и спортивные формы для проведения массовых мероприятий, приуроченных ко Всемирному дню здоровья. Оказалось, что у тех велосипедов, которые есть, Цвет и внешние декорации не совпадают с теми, что были утверждены для массового велопробега. Об этом сообщает Азатлык со ссылкой на работника бюджетной сферы Туркменистана. По этой причине власти распорядились, чтобы школы, а также медучреждения в Фирабском районе послали людей на массовый велопробег, обеспечив их новыми велосипедами и спортивной формой. По словам корреспондента, такое требование, в частности, поставили перед администрациями средних школ, сельские районные МИКС пункты также обязаны выполнить это требование. Покупка одного велосипеда обходится в 3000 монатов. По официальному курсу это равно 850 долларов США, а по курсу черного рынка это около 80 долларов. А с учетом цены на спортивную одежду и обувь, одному бюджетнику приходится нести лишних расходов на 4000 монатов. Среди бюджетников есть те, кто не может осилить такую сумму, и поэтому они берут требуемые вещи прокат. Многие бюджетники выражают недовольство тем, что их заставляют нести лишние расходы, в то время как в стране продолжается экономический кризис. В Туркменистане вымогательство денег у работников государственных учреждений под различными предлогами превратилось в традицию. СМИ регулярно сообщают о сборе денег с бюджетников на мероприятия по охране окружающей среды, покупку велосипедов, обновление портретов президента в госучреждениях и на другие цели. В условиях высокого уровня безработицы Работице. В стране работники бюджетных организаций вынуждены мириться с вымогательством со стороны властей из-за боязни потерять работу. На этом мы заканчиваем выпуск итогов недели Центральной Азии. Мы говорим о том, про что иные предпочитают умалчивать. Встретимся через неделю.